Я хотел сказать, что они ничего плохого не делают. Наоборот, несут доброту. Понимаете, на могилу, вот, в Германии, во Франции. Это же любовь, понимаете, это же уважение к нашим ветеранам, вот я бы сказал. Поэтому я поддерживаю. А люди, которые им не нравятся, пусть они что-то сделают тогда, понимаете? И покажут, что они могут сделать. Потому что не все это могут сделать. Вот они договорились, это же, понимаете, это же не просто так. Это же все очень тяжело, очень сложно. А это со стороны всегда легко смотреть. А попробуйте, вот кто люди, которые вот отказывают. Ну, я не виню этих людей. У них свое мнение, да? Но это очень сложно. Пускай они попробуют что-то сделать для наших ветеранов на 9 мая. Вот. И тогда поймут, как это прекрасно, как это хорошо. Сделать доброе дело.